Предприниматель, пострадавший при подрыве автомобиля на Профсоюзной улице, смог поговорить со следователями. Накануне мужчина был отправлен в реанимацию. Он рассказал, что знаком с подозреваемым более 15 лет. Кроме того, они совместно ведут бизнес. Делового партнера пострадавшего задержали с помощью СОБРа в квартире на Алтуфьевском шоссе. За что задержаны, знаете? Крайне судимый? В квартире имеется оружие какое-либо? Да. А? Да. Зарегистрировано или нет? Зарегистрировано. Документы есть, все? Конечно. Следователи сейчас выясняют, что могло стать причиной конфликта, который в итоге привел к покушению на жизнь одного из бизнес-партнеров. Также предстоит установить, есть ли в деле другие фигуранты. Ну а задержанному готовятся предъявить обвинение. Завтра решать будут вопрос о его аресте. Задержан 50-летний подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы. Следствием установлено, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего. В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. Он доставлен в подразделение столичного ведомства, где следователи приступили к проведению с ним следственных действий. Итак, как выглядит версия следствия? Накануне задержанный подложил на автомобиль партнера своему взрывное устройство. В результате пострадали 3 человека и 6-летний ребенок среди них. Но пока вопросов, по-моему, больше, чем ответов.